Актюбинские медики обеспокоены распространением коклюша среди населения. Количество случаев заболевания в регионе увеличилось вдвое. С начала года диагноз лабораторно подтвердили уже у 63 человек. Врачи говорят, что в зоне риска в первую очередь дети. Они особенно тяжело переносят эту инфекцию. Коклюш, о котором врачи, казалось, уже позабыли, снова пугает. По сравнению с прошлым годом, инфекционные заболевания диагностировали в два раза чаще. Медики предупреждают, инфекция очень опасна. Передается воздушно-капельным путем. Бактерии поражают слизистую верхних дыхательных путей. Если запустить, болезнь приводит к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. Главным образом, коклюш опасен для детей в возрасте до 5 лет. Основная его профилактика – это вакцина. И как раз большинство инфицированных – это непривитые, утверждают специалисты. Более 95% заболели дети, которые по тем или иным причинам не вакцинированы. Инфекция очень тяжело протекает среди детей, потому что она нарушает дыхание человека, переходит в цианоз. Если не оказывать медицинскую помощь своевременно, может человек, ребенок умереть от данной инфекции, от удушья.